Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я покажу вам свои покупки из фикс-прайса. Купив этот пакет, я помогаю другим детям. Этот пакет биоразлагаемый. То есть, если вы выкинете его на улицу, то он через какое-то время растворится. Чудеса! Ну, давайте же начнем. Первое – это трафареты для раскрашивания. То есть вы прикладываете яйцо, там берете фломастер там, и по вот этим трафаретикам рисуете какие-либо такие узоры. Скоро же Пасха. Фикспрайс полностью приготовился к Пасхе. И я решила все-таки на Пасху взять вот такие трафаретики. Эти трафареты нужны, чтобы ты положил яйцо, приложил трафаретик и нарисовал. Давайте же наши три милых трафарета отложим в сторону. Кстати, они желтый, красный и синий. Почти все цвета России. Если бы желтый был белый, тогда бы была Россия. Вот Россия. Так, откладываемся и начнем дальше. Это фломастеры 10 штук. Они с наконечником в форме кисти. Вот такие. Вот. Для рисования письма, набросков и эскизов. Пишущий узел, кисточки. Здесь вот такие картинки. Они здесь разных цветов. Красный, зеленый, желтый, синий. Сейчас я вам один фломастик покажу, а так они все одинаковые. Как, вот, допустим, вот оранжевый. Здесь написано кисть. Фантазия, наверное. Здесь ничего не крутится, а вот здесь вот такой. Видите? Очень красивый. Будет ребенку приятно такими рисовать фломастерами. Мне нравится. Складываем в сторону и играем следующее. И это листы для заметок. Здесь желтый, синий, зеленый и оранжевый цвет. Вот такой вот домик. Вот так будет домик вверх ногами. Справа стрелка, влево и вниз. Вот, нам уже. И вот такие вот красивые заметочки. Можно написать здесь что-нибудь, куда-нибудь прилепить. Можно с этими, кстати, домиками, стрелочками, как хотите. Делать квест, написать кому-нибудь на день рождения. Вот будет очень приятно. Вот там. И откроем следующее. И это плавающий пластилин. Мы, например, слепили акулу, положили в воду, и он будет плавать. Здесь всего 6 цветов. Синий, черный, белый, желтый, красный, зеленый. Все цвета для флага России. Вот такой вот пластилин. Здесь рюпашка с трубочкой нарисована. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я про вот этот пластилин слепила и бросила в воду. Фигурки напишите, какую фигурку? Я обязательно это сделаю. Откладываем пластилин в сторону и достаем следующее. Это масло эвкалипта. Эфирное масло, в общем. Это для моего следующего видео. Это эксперимент, но это секрет. Не раскрою вам пока. Это вы потом узнаете, в будущем. И вот еще для эксперимента масло апельсин, тоже эфирное масло. Это вот такие щетки. Набор щеток. Универсальные три штуки. Щетка для посуды, щетка для ногтей и щетка для утюжков. И щетка утюжок.
Это, наверное, щетка. Какие там были щетки? Щетка для посуды, наверное. Некая щетка для посуды, вот это. Напишите свои варианты. Мне это кажется, вот эта щетка, это щетка утюжок. А это для ногтей, мне кажется. Ваши варианты пишите в комментариях. Потом узнаем, кто же прав был. Вот такие вот щеточки. О! Ху. Я хочу немножко вот этот. И вот так. Все. Подожди. Вот. Все. Кладываем все равно. Это не я была. Ну и предпоследняя пена для ванн. Пихта. Здесь шишка нарисована. Горячая ванна с пеной для ванн. Хвойный концентрат пихтовый. Здесь йога нарисована. Обязательно испробую эту пену. Она-то мягкая, холодная. Вот такая вот зеленая пента. И последняя вещь. Как вы думаете? Напишите свои. Поставьте это видео на паузу и напишите, как вы думаете, для чего мне эта коробочка? Ну все, я жить не могу. Я вам расскажу. Здесь у меня будет лежать там лаки, помада, например. Ну и все такое физическое. Я вам говорила в одном видео, то, что у меня есть набор, который мама мне подарила, взрослый, чтобы краситься. Я это видео в ссылке в описании оставлю, потому что мне подарили на 8 марта. И вы обязательно узнаете. Очень удобно закрывается. Розовая крышка. Коробка, видите, даже написано. Здесь клеточки, а внутри там никаких клеток нет. Ну и так можно побаловаться. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты увидишь еще много интересных видео. Всем пока!